Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы, собственно, продолжаем играть Павший Орден, джедай Павший Орден. Так, тут паучков, мы сейчас разберемся. А, все хорошо? Надо, только... Дверь-то это не открывается, да? Да, не открывается. Но там есть какой-то проход. Сейчас туда пойдем. Значит, так. Сейчас его найдем. Ага, вот он, вот он. Вот он. Ты не пройдешь. Отойди. Нет, все же он был прав. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад. Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. Но мои павшие сестры... отомстят за себя. Отомстят за себя? Это то есть, кого я убил, она типа воскресла? Хорошая работа. Сестра ночи нежить. Так, нам сюда. Ох ты, нифига. Тогда смысл было это делать. Подожди-ка. Я ж туда не заберусь. Обратно идти, я туда не заберусь просто так. А, надо замедлить ее. Замедлить, ну и что мне это даст? Чего особо уметь не даст? Сейчас вот замедлить надо. Пройти как-то туда. Как это сделать? Нет, ребят. Потом как-то. Я туда не допрыгну просто-напросто.
А стены тут тоже нет, чтобы карабкаться. Ее вовремя замедлить надо, я не знаю. Чтобы она наполовину поднялась. А, тут же еще один проход. Еще нежить! Блин, и только сейчас он перед глазами. Этого не было его вообще. Я его не видел. Покинь это место. Не выручишь. Сломаем немножко здоровье, не полный. Ты поплатишься за их смерть. Да, да, конечно. Молодец. Как ей удается следовать за нами? Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем. Куда упал ты? Этот, блин, я не знаю кто, но ты идиот. Просто вот урод. Вот чистой воды козел. Вот, блин, уродец, а. Ты куда, блин, шмякнулся так? А куда мне, по-вашему, было туда идти-то? Там идти? Видите, он туда не проходит. А что он туда не проходит? Мне ж туда надо. Да, мне туда надо, он не проходит туда. Да неужели? Прошел. Так. Хотя подожди. Ну допустим, я сюда вот сейчас. Мы никогда не склонимся. Thank you.
я правильно вижу или нет? Да блин! Ты что делаешь-то? Я силы оттолкнул, но упал. Ребят, я на секунду. Так, ребят, продолжаем. Или нет? Это мы вернемся обратно туда. Нам надо туда наверх, что ли? Нам надо туда. Придем туда вот. По этим лианам полезем. Надо сюда опять вернуться. Я вернулся туда, откуда пришел, может. Вот он на этом месте. Чужак может быть не один. Надеюсь, больше крови. Просто будь готов. Вот видите, он. Тихо. О, молодец. Вот таки спасибо. Добрался. Я вижу, что здесь есть короткий путь. Типа. Где он? Стой! Куда меня опять доставил? Блин. Спасибо. Пора это заканчивать. Я тебя уничтожу. Попробуем. Так, нам надо идти туда, получается. Просто тут надо постоянно заглядывать карту, потому что здесь это... Это необходимо. Сюда, братья! Все ко мне! Не останавливаться!
Я должен убить этого чужака! Попробуй. Тут за кем-то охотились. Чё, что ли, какой-то? Нет? Значит, налево. Опа! Есть что-нибудь интересное? Хорошие данные. Конечно, могу поэтому отдохнуть. Ладно, отдохну. Тебе придется постараться. Давай нападай что-то. Чужак намного сильнее. Сложите оружие, мы должны покориться. Ой.
Что ты будешь делать? О! Вот она. Да. Это мир наш, и скоро все это поймут. Да, все чужаки должны это понять. А те, кто не смогут, умрут. Хватит. Да ты чё промахиваешься? Нет, я вижу, что он какой-то желтый, опять же. Нет? А там. По идее, вот, ну, должна быть это, ну, как сказать, веревка, да, как назвать ее. Должен быть какой-то. Вот, может пролезть этому.
Как где это? Выход. Извините, пожалуйста, но где он? Куда нам надо? Надо как туда пролезть здесь, пробраться, то есть тут ничего нет, чтобы зацепиться или что. Нет вот ничего такого. Ты говоришь о яде. Он сильно обжигает. Да блин, а ну что за херня-то? Как мне туда, вот туда пробраться? Потому что он, видите, что делает? Вот так что ли? Правее взять. Ну тут нет ничего. Допустим. Но я по-любому опять окажусь там, на этом пути. Да, абсолютно верно. Абсолютно, мать вашу, верно. Но тут ничего нет. Кроме как... Куда мы вышли-то?
Нальян, ё-моё. Руны братьев ночи. Мы приближаемся к деревне. Вообще совершенно не туда бы. Не понял. А чё ты за Ляной не цепляешься? Да, все правильно. Это мне вниз придет или наверх? Вниз? Да, почему он мне что-то сказал? Или его не предлагать по-другому немножко? Эй, Биди, глянь сюда. Что это, Биди? Отсюда. Ой. Ты нахрена сюда? Ты тебя просил сюда, блин, падать! Ой, ну что за игра? Иди... Идиоты эту игру делали. Я не знаю. Ты что, зачем ты не больной? И что люди? И куда, блин? Не по идее надо было туда идти. Ну, скотина такая взял и шмякнулся. Не в пропасть, а в эту... Я отсюда ушел. А идти-то мне надо. Куда? Вот же я вот иду вот так. Давайте смотреть, если я пойду налево, вот сюда, немножко туда левее возьму, и я никуда не приду. Если я пойду вот так вот так вот так и вот так вот, я куда-то возможно приду. Так, если я пойду сюда, я никуда не приду. А если я пойду сюда, я тоже, блин, никуда, мать вашу, не приду. Или нет, стой. Вот, сюда пройдем. Потом идем направо. Направо идем. Так, потом идем. Не знаю. Ну да, вот налево идем. А вот сейчас куда?
Сейчас мы идем, если пойдем сюда. Это ничего не изменит. Так, если пойдем вот сюда. Если пойдем отсюда вот. А если пойдем отсюда? Тут должна быть. Подождите. Вы хотите сказать, что... Нет, ничего. Хорошо, если я скажу туда, я упаду. Блин! Я только туда запрыгнул. Хотя... Нужно. Я тут кто-то не пришел. Да, вот это и есть. И все, я отсюда и еще. Куда тут идти-то? Ну скажите мне. Куда тут идти-то, блин? Сами все видите, ребят, я не могу все поделать. Такова игра эта. Вот. Уйдите, они, по идее, могли сделать что-то похожее на этот. Ну, просто можно было. Да твою дивизию. Ну правильно, вот здесь он мне показывает, что здесь можно куда-то просочиться, но его. Но ее тут нету нигде ничего. Что сделать? Куда? Ну куда тут идти-то, блин? А, достали! Серьезно, вот... Я не знаю. Когда эта игра не продвигается, она такое дерьмо. Она только когда... Прогресс идет у нее. Она становится не дерьмом. Ничего здесь нет, ничего же, а. Ну нет, я вижу тут что-то, но вот видите, вот туда нам надо получается. Ну а как я туда попаду, если эти, извините, пожалуйста, идиоты просто меня туда не пускают?
Ну ты что делаешь-то, блин? Твою мать! Ты только я вот отсюда как-нибудь прыгну туда. Ты чё, совсем что ли дебила дерьмо? Дебилоид рыжий. Ой, ё-моё. Так, нет. Ну для чего здесь это делали-то? То что тупо, чтобы воздух силы что-то достать. Ой, господи. Ты что, совсем? Ладно, ребята, сейчас вернусь. Ребят, продолжаем. В общем, я тут нашел, кажется, выход. Сейчас. Вот он. Вот я его вообще не видел, клянусь. Вот. Вообще тут не видно было. Вообще. И чё? А, прыгать, да? Я правильно здесь прыгнул? Или нет? Прыгнул-то я правильно. Отступи, стридай. Да. Окей, давай. Беги. Эй, беги. Беги, выручи. Не надо так, блин. Второй, да не надо было, ну ладно. Так, что еще такое? Конечно, конечно. Что-то нашел, Биди?
Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик, только если не будет выбора. Его и нет. Его и нет. Ты, чужак, иди сюда! Да, пожалуйста. Твоя жизнь подошла к концу! Конечно! Надо было упасть. Обязательно. Да ты чё, блин? Да! Взял сквозь текстуру. Опять! Да чё такое? Ты чё, совсем уже? Подожди. Так мне же надо было туда пойти. Сколько у меня там очков навыка? 2. А 2 там может что-нибудь есть? Сейчас посмотрим. Наверное, есть. Я не все же прокачивал. Да, есть. Там 2 взрывных замедления. Что-то тут абсолютно. А если можно приземление. Что 2 очка мощно. Нифига себе. Довольно полезно, что порвутся. Да. Равно все это ладно. Но. Тут
Ладно, пока тогда... Ну, тут еще осталось... Давайте, может... Интересно тут... Нифига себе! Вот это полезная штука иногда будет. Тогда... Еще одна тварь. Когда-то здесь была арена. Братья ночи уважают только сильных. Так. Что это, беди? Когда говорю, когда про прогресс идет в игре, она хорошая. Но когда... Тупо там не знаешь, куда идти, то это в этой игре так раздражает, что просто я не знаю. Как это прокомментировать. Такс. Скажем, если я пойду сюда, просто вот тут подскажу. Что у меня там есть. О, ящик, ящик. Как вернуться обратно надо будет тогда. Ящик я вижу. Я знал, что ты туда рванешь. Посмотрим, что ты нашел. Ну вот переключатель. Что у меня? Это для какой-то. Не, все правильно было. Сестрами ночи управляла мать. Она владела сильной магией.
Давай, давай. Есть. Отлично. Да ты что делаешь? Блин! Ты что, совсем дебил? Почему я сюда пошел? Давай, давай, давай. А, вот. А вот кстати. Это создание выглядит опасным. Как бы вот. Такой непростой будет. Противник! Тебе не превзойти нашу мощь. Умри, вредитель! Братья! Дадим ему отпор! Всего любой ценой. Так, тогда если я сюда пойду, сюда можно сходить? Нет, можно туда запрыгнуть, разработчики? Нет, конечно. Зато можно повстречать сестер. Ну, мертв. Там зеленые коробки будут. Да. Да, пригодится. Да, мы все правильно. Здесь тебя ждет только смерть. Есть за одно очко, давайте его получим, чтобы одно очко не пропадало это. А вот. Погоди, может быть опасно. Сканируй, сканируй. Это
Стим заказал. Опа. Родина Дарта Мола. Дарта Мир. Вернее, родина Дарта Мола Эридони, как там планета называется. А... Вырос на Дарта Мире. Тут, надеюсь, есть Лианы, которые... Да, здесь он может зацепляться. А там точно такие Лианы, он не может за них, блин, зацепиться вообще, жесть какая. Сильнейшие из братьев Ночи проходили обряд посвящения в логове этого существа. Надеюсь, ты зацепишься? Молодец. Давайте пока на этом остановимся. Потом скоро продолжим. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.